В металлургическом районе с августа ищут 42-летнюю Наталью Владельщикову. Она утром ушла из садового товарищества. Родным сказала, что поехала на рынок продавать урожай. Взяла с собой около 10 килограммов яблок. С тех пор ее больше никто не видел. Наталья худощавого телосложения, волосы русые, ниже плеча. Из особых примет – цветная татуировка в виде змеи на правой лопатке. Родные волнуются и ждут звонков от тех, кто знает, где она может находиться.